Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Воронова. Я являюсь участницей проекта WebTransfer. И сегодня я хотела бы воспользоваться возможностью, которую мне дала компания, и продемонстрировать вам то, на что я способна. Сейчас я вешаю на штангу весом 20 кг с одной стороны 15 кг и с другой стороны 15 кг. В результате получается на штанге 50 кг, что составляет мой собственный вес, так как я сама вешу 50 кг. Если со стороны посмотреть, то может показаться, что все просто. Но могу вам сказать, что когда я первый раз увидела, как мужчины приседают даже с таким весом, я не могла себе представить, что когда-то я смогу сама также приседать. Для меня это казалось нереальным. Добавляя даже по 2,5 кг по бокам, меня так прижимало к земле, что я чувствовала еще чуть-чуть, и я упаду. А в данный момент времени приседаю целых 6 раз 50 кг без остановки и без отдыха. А сейчас я попробую поднять на 10 кг больше собственного веса. Вешаю с одной стороны 5 кг и с другой. Значит, сейчас на штанге 60 кг. Для этого я специально взяла с собой пояс, чтобы обезопасить себя от травмы, так как некоторые мужчины, работая с таким весом, получают травму поясницы. Хотя, конечно, у мужчин намного больше сил, чем у женщин, и вероятность травмы для женщин намного больше. Значит, сейчас я удобно укладываю штангу на плечах, аккуратно ее снимаю, делаю пару шагов назад, выбираю удобную для меня позицию ног и сейчас попробую присесть. Вот видите, получилось. На данный момент времени мне нравится, как я выгляжу. На достигнутом я останавливаться не собираюсь. Я буду совершенствоваться как физически, так и духовно. И, конечно же, буду стремиться к финансовой независимости вместе с WebTransfer. WebTransfer. Я, находясь в декрете, могу зарабатывать не только хорошие деньги, но также уделять достаточно времени себе и своему ребенку. С вами была Татьяна Воронова. До новых встреч!